Сочинение в горошек. В Доме народного творчества открылся второй межрегиональный фестиваль «Летние провинциальные радости» в Муроме. С уникальными работами в технике лоскутного шитья познакомилась наша съемочная группа. Здесь душа, а не дерево. Здесь столько вложено чувства, вот этот переход из темного в светлое. Даже я высказать не знаю, как. Очень тонко, очень. Замечательно. Это золотые руки. Вера Николаевна искренне восхищается чудо-деревом, казавшимся объемным из-за сотен тонко подобранных маленьких лоскутов разноцветной ткани. А ведь на одну такую работу автор может затратить несколько месяцев. У нас клуб определенного типа уже сложился, да, у каждого, наверное, свой почерк. Вот мы занимаемся лоскутной мозаикой, очень любим геометрические элементы, как полоску, квадратик, треугольник, может быть, кривые какие-то линии, но традиционным квилтом. То есть все шовчики внутри, и потом стежечка ручная. И очень нравится нам работать с ивановскими ситцами прошлого века. Как-то поддерживаем свои традиции, свою культуру ивановскую и русскую. Более 50 мастеров из разных городов России привезли в Муром самые яркие сокровища своих коллекций. Идейный вдохновитель фестиваля, мастер из города Касимов Ирина Лебедева. Как нас встречают здесь, в ДНТ города Мурома, честно сказать, надо еще поискать. Все замечательно. Посмотрите, как оформлено. Москва, Новосибирск, Ташкент, Киров, Керчь. Есть работы из Германии. Творчество преград не знает. Надежда Каравашкова проделала путь почти в 2000 километров. Приехала в Муром из города Апатиты Мурманской области. Я 28 лет отработала педагогом. И я считаю, что вообще здоровье не только детей, но и взрослых находится на кончиках пальцев. Тем более мы на севере, у нас очень как бы не хватает цветовых ощущений. Вот, у нас больше сера, очень короткое лето. И поэтому лоскутное шитье – это также и цветовая гамма. Пано, одеяло, подушки, сумки, жакеты, душегреи, сарафаны, юбки, костюмы в любой интерпретации. И, конечно же, куклы. Я привезла на эту выставку коллекцию кукол «Ильин день», которые отображают костюм Архангельской губернии Каргопольского уезда начала 19 века. Костюмы расшивали тамбурным швом, отображали на подолах не только узор северный, но и календари посевные. Работы талантливых мастеров можно будет увидеть завтра на городской ярмарке ремесел. В водовороте праздничных событий пройдут и мастер-классы по лоскутному шитью. Елена Петрова, Николай Младенов, новости.